Добро пожаловать в руководство по замене сопла на 3D принтера Race 3D. Сначала снимите силиконовую защиту с экструдера и отложите ее в сторону. Выберите большой шестигранный ключ, который идет в комплекте, и вставьте его в отверстие, как показано на видео. Это делается для поддержки удобства работы, чтобы избежать давления на горловую трубку. Используйте торцевой гаечный ключ на 8 мм и держитесь за шестигранный ключ для поддержки. Ослабьте сопло хот-энда. Открутите его полностью. Найдите чистящий стержень, который также входит в ваш набор инструментов для принтера, и полностью просуньте его в трубку сопла, чтобы убедиться, что оно полностью прочищено от засоров. Наденьте новое сопло на нагревательный блок и закрутите до упора рукой. Затем используйте торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть сопло. Не забывайте всегда держаться за шестигранный ключ, проходящий через нагревательный блок. Используйте щуп для измерения расстояния между соплом и нагревательным блоком. Если вы затянули слишком туго, ослабьте сопло, осторожно поверните радиатор на полоборота и затяните сопло. Если сопло плохо закручивается, ослабьте радиатор, затем затяните само сопло. Как только положение станет правильным, выньте шестигранный ключ и положите хот-энд на ровную поверхность. Используйте самый маленький шестигранный ключ, чтобы ослабить винт в середине радиатора и снять его. Теперь все нужно установить максимально ровно. Положите экструдер на плоский стол и убедитесь, что все отверстия направлены ровно вверх. Закрепите радиатор на место, проверьте окончательное положение радиатора, а также зазор между соплом и нагревательным блоком. Установите силиконовую защиту на место, убедитесь, что она прилегает очень плотно. Если положение радиатора не позволяет силикону прилегать очень плотно, просто ослабьте радиатор, установите силикон и опускайте радиатор, пока он не упрется в верхнюю часть силиконовой крышки. Ну и в конце, установите ваш блок hot-end в принтер. А приобрести 3D принтеры Race 3D вы можете по ссылке в описании к этому видео.